Всем привет! Там самозабвенно спит Скарлетт, где-то тут крадется мандарин. А я вам скажу, хочу вам сказать, что сегодня обзор будет на Яуя. Яуа. Это я не ругаюсь, не волнуйтесь, меня YouTube не баня. Это на самом деле яйца-сюрприз. На самом деле будет не только на них, а вот такие два яйца-сюрпризы, сюрприз Яуя и вот такие две пони. Обычно в продуктовом магазине купил, посмотрим, что они себя... представляет, точнее, не я даже купил, я даже не знаю, сколько они стоят, они, по-моему, где-то 200-300 рублей за штучку стоят, вот такие вот штуковины, не знаю, я уя и поня, я придумал, как назвать этот выпуск, вот давайте, для превьюшечки, я уя и поня, ну, как вам такое, как тебе такое? Илон Маск, яуя. Короче, посмотрим, что это такое вообще с игрушечками из продуктового магазина. Ну, из какого, в каком-то там, по-моему, в ленте, да, игрушки из ленты. Назовем так, ну, примерно. Яуя, лента моя. И какой-нибудь, или пятерочка. Ну, они в таких вот продают, типа пятерочки, ленты. Прекрасные феи. Здесь меня немножечко смутило то, что фея, она сидит как-то, отвернувшись к нам, как говорится, не лицом, короче, к нам, а повернулась такая, я не буду вылупляться из этого яйца. И кто вообще откладывает яйца с феями, понимаете? Это какая-то фейная матка, ну, то есть, я имею в виду, как королева матка, мать королева, господи, я сам тебя сейчас руиню, матка в смысле пчелиная, вот. Только яйца откладывает, они феиные. Ой, вы поняли, да? Прекрасные феи. Хорошо. Смотрим на прекрасную фею Яую. Я не знаю, что это такое за... Что это? Дрожжи в капсуле. Они еще и с едой, слушайте. Ничего себе. Нормально. Еще и с едой. Яйцо с едой. То есть, все в комплекте. Есть. При этом, смотрите, яйцо можно поставить, положить, и вообще, то есть это может быть и лодочка, и кроватка, и вот такая штучка, и так, и сяк, и вот так вот. Собственно, какая фея попадется, тут у нас видно, как и, собственно, в понях. Это не сказать бы, что это сюрприз, да? Почему? Ну, то, что фея отвернулась в этом плане, мы не видим ее лица. Мы... Девушка, о, какие пяточки, какие крылышки, какие у вас крылышки, уф, уф, и... Яу-я! Не, ну ладно, фея на самом деле немножко плешивенькая, чуть-чуть имеется такое, да? Немножечко присутствует плешивость у этой Яуи, но, соответственно, при этом это бархатистые волосы, но это такие, как бы, понимаете, да, материал. И вот так выглядит фея. Ну, собственно, да, мы видим, что она немножечко грязна. Возможно, это можно как-то очистить, а возможно, нет. Но посмотрите, детализация. О, у нее даже такое, смотрите, платье опущено вниз. И даже что-то здесь, какие-то элементы, значит, натуралистичного тела сделаны. Посмотрите, у этой феи. Скульпт лица присутствует. Глазки немножечко близко посадили, поэтому она выглядит немножечко косоватой. Немножечко нектара перепила. Оу, я не ожидал. Я этого не ожидал. Яуя. YouTube. Спокойно. YouTube. Ну, как бы никто не сомневался, что феи могут не носить нижнего белья, но... Сейчас все такие, где купить? Где купить Сафронов? Где? Пишут в комментариях. Ну вот это сюрприз. Реально. Ну, на самом деле, просто сделал... Скорее всего, просто пластик так отливали, да? Ну... Внезапное, короче. Я теперь надо собрать всю коллекцию. Это, знаете, некоторые фигурки заказывают там таких всяких, типа, ну... красивешных всяких персонажей женских и переплачивают за это там, по $100, а тут за 200 рублей. О боже. А что вот это такое? Я не знаю, это ничего, это просто выдавливали. И вот здесь у нас в боксе в этом, надеюсь, драже. Я теперь все что угодно могу ожидать. О, это драже... Денли. Слушайте, они вот, по-моему, эти вкусненькие. Я не помню, какие-то были вкусненькие, какие-то невкусненькие. Мне тогда Женя подарил. Ничего, кстати. Да, вот эти прикольные, они мягкие, дрожжи. Прям очень легко раскусываются, и у них такой прикольный, фруктовый, химический, но фруктовенький, такой небольшой холодок присутствует.
собственно, все. Здесь никакого домика, никакой кроватки, ничего для феи нету. Просто вот как бы... Простите. Но внезапно, да? Вы мне скажете, что в этом ничего нет такого. Я согласен. Хорошо, ничего такого. Давайте пока немножечко успокоимся, да? Охладим наше представление о феях и посмотрим. Нам, надеюсь, пони будет не с такой же функцией, не с такой же особенностью. Это сказочные пони. Собери 18 поней. Кстати, там посмотреть потом этих феней. Ой, смотрите, у нас тут проломано, как яйцо было. Нехорошо, нехорошо. Так, откуда? Где-то, по-моему, где-то была перфолиния, но ладно. В общем, 18 в коллекции. Сейчас посмотрим, как выглядят эти пони. Опять же, зачем это яйцо класть? В каком... Какая-то концепция есть или нет? Почему это пони? Ну, причем понятно, что за яйцо, за пластик, за вот это все. О, здесь даже коллекция не нарисована. Мы переплачиваем. Здесь вот просто вставка такая. Ну, то есть, это, понимаете, как стенд? Вот, я понял. То есть, это мы берем. Ну, сейчас, ладно, покажу вам попозже. Отсюда вот, ну, такие же витражи везде будут одинаково, я уже пробовать не буду. Так, мы берем и вот эту штуковину, собственно, мы ее не выбрасываем. Мы рекомендую вот так ее оставить, да, чтобы потом можно было поставить как стендик. Давайте посмотрим на пони, как она выглядит. Пони. Так. Ну-ка. 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 И у пони, смотрите, пожелтела. Пони, видимо, пожилая. У нее пожелтели, в общем, ее эти, как крылья. Сейчас я покажу поближе. Ну, не, слушайте, это не сказать, что это красиво она выглядит. Она выглядит как-то больше на козленка, похоже, My Little Козленок. Но дизайн ничего. Смотрите, какой у него пышный, типа огромный хвост. Все это тоже из бархата сделано, корона. Да, конечно, это отсылка к My Little Pony. И, соответственно, есть какие-то, ну, понятное дело, такие закосы. Но, несмотря на то, что она похожа на козленка, она как бы выглядит оригинально. Плюс у нее, смотрите, глазки. Это прям такие вставочки, такие прям прикольные пластиковые. Довольно забавно, довольно забавно. Так что, несмотря на косяк вот здесь пожелтевшим от клеем, который приклеивали крылья. Крылья, кстати, видите, такие мягкие, полупрозрачные. Нет, они, слушайте, они на вкус и цвет, конечно, но выглядят миленько. Учитывая, что это как бы ноунейм какие-то игрушки, ну, скорее всего, то это выглядит миленько. Насчет стенда, да, это вот так можно как-нибудь поставить. Я не знаю насчет, насколько это красиво для кого будет, но... То есть вот так можно разместить фигурку, как бы вот она в такой капсуле находится, и поставить куда-то, и как минимум, если вдруг захочется. Ладно, давайте сейчас, как захочется нам разместить фигурку вторую Ю-Ю. Итак, вторая фея, значит, а у нас упаковка везде одинаковая. Вторая фея у нас в красненьком платьице. В маленьком красном платьице. Розовом. Окей. Фея вторая. А я шутил, да, про крылышки, да? Я шутил про крылышки, а оказывается, тут не до шуток было. Так, драже. Ну, я оставлю прям там драже. Хотя, может быть, стойте, подождите, проверим. Нет, все то же самое. Думаю, мало ли, может, там какие-нибудь другие окажутся, почему бы нет. Итак, значит, о, вот у нее, слушайте, у нее какие-то проблемы. У нее один глаз слез куда-то, улез куда-то, укатился, прикатился глазик у феи нашей куда-то делся. Вот. И, соответственно, видите, я думал, это блик такой, но нет, она у нас такая слегка одноглазая. Фея, руки длиннющие, как я что-то подумал сейчас, смотрите, что у этой, что у той, прям непропорционально, мне кажется, длинные руки, особенно у этой, огромные руки, лежат на коленях, крылышки вот так же сделаны, ну, то есть дизайн другой, все другое, но вот с глазками, конечно, немножечко беда. Ну, а теперь... Нет, друзья мои, здесь нас ждет разочарование. А может быть, здесь она прикрыла попец своими
пятками, и попец не видать. В отличие от этой, которая демонстрирует все, что угодно. Но здесь нет, попец прикрыт. Хотя там вот попытки его сделать тоже были. Нет, слушайте, мне кажется, что если бы они не хотели, они бы сделали какую-то ровную форму. Но они хотели, чтобы вот у феи прямо анатомические особенности были тела, и поэтому сделали так. Сделали так. Ну что ж, надо будет собрать всю коллекцию. И, да, друзья мои. Вот, кстати, коллекция. Кто у нас есть? Это... Кто у нас это? Шалунья, это Лилиана. Ну еще бы. Слушайте, имена, да, такие. Лилиана, Флоретта, Камелия, Альвина, Розалина, Фелиция. Как будто не ту профессию. А, феи, слушайте. Ладно, не буду, это все-таки здесь есть дети. Но я думаю, кто понял, тот понял. Это феи с именами Фелиция, Снежанна там. Не, ну Снежанна нормальное имя, хорошее. Но в целом, да. Короче, есть такие какие-то тенденции, да. В общем, с такими именами. Феи с необычными именами. И с, в общем, отсутствием нижнего белья. Вот. Ну, как бы тут половина сидит вот так вот вниз, поджав ноги, половина на бок, мне кажется. А одна вот вообще так задрала, и у нее там юбка вот, скорее всего, заходит ниже, так что будет все нормально. Но у некоторых есть вопрос. Посмотрим, феи-голопопики, что они, как бы... будут из себя представлять в дальнейшем. Ставь лайк, если хочешь увидеть еще феи голопопиков и по ней примерно. Может, отдельный выпуск по всей коллекции по ней или каких-нибудь еще зверей. Я послежу теперь за этими персонажами. О, не, ну здесь вот прям совсем. Особенно, знаете, это похоже на старые My Little Pony. Вот, какие оригинальные, точнее, совсем первые. И да, есть что-то в этом. Но неплохо, фигурка такая тяжеленькая, увесистая, большая довольно, сделана хорошо. Крылышки прозрачные, здесь вот без косяков клея. Здесь небольшие только вылосы у этого бархата есть. Но в целом, как коллекцию собрать таких для любителей всяких разных пони, а их разных всяких, не только My Little Pony, мне кажется, норм. Так что... Вот. Феи, конечно, на любителя, я бы так сказал, потому что они не игровые, просто стендовые фигурки, кто-то захочет их разместить. А, вот как можно будет разместить, смотрите, в... Я понял, зачем они сделали лежащую вот эту, потому что можно тогда разместить вот так. Зачем они точно... Яйцо можно положить. Потому что тогда можно положить и фею, и разместить так, как вам нравится. Боже мой. Ребята вообще смотрели, как это у вас получилось? Или у вас так было задумано, и типа все норм? Ну, не знаю. Короче, ставь лайк, поддерживай канал, потому что благодаря только лайкам выходит больше роликов. YouTube банит, глючит, там всякие, короче, косяки, оповещения. Ну, вы все сами знаете. Я рассказывал 1000 раз, поэтому благодаря вашим лайкам только выходят новые ролики. Больше роликов на разные игрушки, больше лайков тогда нужно поставить, друзья мои, так это и работает. Так, куда ты смотришь? Одна фея с другой феей. Немножечко они такие, да, вот немножечко эти феи выглядят как-то, ну вот, есть у меня такие сомнения. Ну ладно, друзья мои, до новых встреч, пока-пока, всем хороших фей, ой, игрушек, все, пока.